Яблок, груш и винограда от местных производителей в ближайшие выходные в городе станет еще больше. Фрукты и овощи, другую местную продукцию можно будет приобрести на ярмарках «Дары осени», которые откроются в будущие выходные. Для работы сельхозярмарок в городе организовано 49 площадок. Продавать сельхозпродукцию будут как на территории городских рынков, так и в микрорайонах. Лучшие места на наших рынках городских должны предоставляться нашим сельхозпроизводителям. Ожидаемый ассортимент реализуемой продукции – это семена картофеля, лука, свеклы, моркови, саженцы и продукция перерабатывающих предприятий и прочее. Сделать город чище. Появился еще один повод для неравнодушных убрать от мусора скверы и парки. 31 августа в рамках года охраны окружающей среды пройдет акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». Берендеевский лес, Дубовую рощу и другие места массового отдыха приведут в порядок в первую очередь, подчеркнул глава города. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.